столовых, которые открыты во всех крупных цехах и отделах Ярославского моторного завода, могут одновременно сесть за стол около 4000 человек. И нет двух столовых, похожих друг на друга. Каждый выглядит по-своему, об этом позаботились заводские художники, и меню разное. Это уже забота поваров. И рабочие довольны. Есть специальные диетические столовые, их 3, буфеты с разнообразным выбором холодных закусок. На заводе 2 своих магазина кулинарии, где всегда в большом выборе полуфабрикаты, свой большой кондитерский цех. Постоянно проводятся конкурсы поваров, профессиональные выставки, на которых они демонстрируют свое поварское искусство. Недавно при комбинате питания открыта школа молодых хозяек. И занятия в ней ведут наиболее опытные специалисты своего дела. В коллективе я скажу, что коллектив у нас очень трудолюбивый. Они со всей серьезностью подходят к любому делу. В части приготовления блюд, в части улучшения качества. И постоянно проявляют снова, я хочу сказать, заботу о рабочем классе. Все делают для того, чтобы все-таки рабочие были довольны нашим общественным питанием.